Всем привет, с вами я, Дуки, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт, но я создатель города. Всем привет! Ребят, да. Ну, смотрите, эта рубрика будет очень сложная. У нас сейчас просто как деревня, это просто сейчас начало. Вот, это Годлай, да, со мной будет Годлай, да-да-да. Она будет работать здесь, компания, видите. Потом я буду директором этой всей компании, это мой будет. И я буду работать в полиции. Да, она тут что-то пишет. Дай табличку, дай табличку, дай табличку. Ва, возьми. Дай. Говори громко. Ну так что, ребят. Ну, будет очень сложно именно ей, потому что она здесь должна работать, в больнице. Опа, Липа, осторожно, осторожно. Тихо, тихо, тихо. На. Ай! Ребят, мы быстро... Мы быстро играем. Всё, ребят, продолжаем. Ребят, вам прошла 1 минута. Нам прошли 4 минуты, да? Да. Вот, ребят, как новый материал, как новый. Все хорошо, ребят. Больница. Ну что, ребят, думаю, мы можем начать. Ну, давайте, так. Как-то один стейк остался, я погнал в магазинчик. Тук-тук-тук. А, ну я же сделаю все. Здрасте. Здрасте. Мне, пожалуйста, 3 хлеба. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, все, я иду отсюда. Все. Ребят, я иду опять полежу. Они все равно ничего делать нет. Ребят, мы посоветовались, и я думаю, ребят, 3 лайка. Продолжение. Ну все, ребят, не мешаю. Продолжай. Все. Так, ребят. Все. Ну, пока что моя Годлай все делает. Надо бы мне бы сделать, чтобы вы, ребят, могли в комментариях что-то писать. Окей. Ну, что мне поделать? Что мне поделать? Давай дерево скопать. Вот у нас вот есть такая компания, сейчас не работает, потому что только 8 утра. Вот. И она будет работать через 2 часа. Майнкрафт, конечно же. И тогда, ребят, уже будем что-то строить. А сейчас не будет ничего строить. Ну, пока. Сегодня, ну, что-то начнем, я думаю. Ребят, ну, не парьтесь, почему она, ну, не говорит. Скажи вам привет всем подписчикам, если меня кто-то смотрит вообще. Ну, занято. Окей. Занята, ребят. Давай будем погромче говорить. Всё. Так, я думаю, с 10 сегодня так, не поработаю. Так, я поработаю думаю, с 10 О, сегодня не поработаю, а поработаю с 9. Войдите. Хочу. Спасибо, спасибо. Смотрите, как я знаю, я президент, да. Ну, все знают. Так вот, я бы вас хотел спросить. Что бы вы могли построить? Не знаю. Не знаю, что нам не хватает в этом городе. Не знаю, что нам не хватает в этом городе. Но думаю, что можно что-то развлекательное построить. Как будто аквапарк. Ну... Как будто аквапарк. Вы будете строить или отель. Будем строить аквапарк. Или пока отель. Что у нас мало человек.
Аквапарк, идите, пожалуйста, за мной, я вам покажу, где будет аквапарк. Ну, смотрите. Идем сюда. Сюда, сюда, сюда. Я бы хотел, что аквапарк... Где? О, здесь вот местечко хорошее. Ну, окей, давайте там, здесь будет аквапарк. О, здесь вот хорошо. Местечко хорошее. Хорошо. Всё, завтра начните стройку, потому что уже вечер. Идём хорошо. Идём спать. На-на-на. Ребят, может, идём в дом поспим? А? Может, идём в дом? В дом поспим? Нет, не хоть. А? Не хотите? В дом. Тогда поспим. А, нет, не хоть. Не хотите? Да. Ну, тогда поспим. Ребят, слушайте. А, еще нельзя. Если вы хотите... Еще нельзя. Ну, в Майнкрафте есть вот такой вот Майнкрафт. Майнкрафт Bedrock, да. Ну, то можете по Дискорду. Ссылка в описании будет мой Дискорд. Так, залетайте там. Там у нас классно вообще. Чат каждый день общается. Ну, именно я, угадлая так себе. Ну, ребят, я просто с утра не привыкла быть у компьютера. А я привык. Ну, так я вот, просто ребят, там будет весело. С утра не привыкла ну, быть у компьютера. Да. Все, ребят, погнали. А, ребят, самое утро. Идем разбудить, чтобы не строило. Так, подождите, ребят. Что за шум? Погоди. Так. Уже строили. Как хочу домой поспать, полежать. Как хочу домой поспать, полежать. Работать. Ну, буду платить ничего. Все. Здравствуйте. Тогда я не буду строить. Будете, будете. Я буду. Может, чего вам не хватает? Тогда я не буду строить. Можете принести еще булыжника? Не буду. Он у нас в компании, в сундуке, очень много там делал. Можете принести еще булыжника? Он у нас в компании, в сундуке, очень много там его. Так, два стака, я думаю, хватит. Ребят. Идём, пожалуйста. Спасибо. Ну всё, вы пока что стройте, да? А я пойду в свой кабинет ждать клиентов. Ну, конечно, их не будет, но все равно. Спасибо. Ой, не туда пало. Всё. Ждём. Ребят, внимание. Вы думаете, что мы это все строили в креативе? Не а выживание. Да-да. Мы просто с друзьями хотели поиграть это. Вот будет прикольно снимать. И сняли ролик. Так что, ребят, пожалуйста, ну, лайки. Давайте, ставьте. И подписывайтесь на канал. И колокольчик нажимайте. Все, ребят, ну... Стройка бесконечная. Она еще строит. Знаете, ребят, там, когда там я не поприветствую, ну, типа, все мешаю, что, типа, мы все сделали в сурвайвале, да, почему-то там мой голос там потом пропал и все. Ну,
Что я могу сказать? Ну, нормально. Ты не так делаешь. Ну, ты не так делаешь. Хорошо, хорошо. А как надо? Надо W и контру. Надо W и контру зажать. И вот так. Смотри. Так? И вот так вот. Так я и так делаю. Ну ты спускаешься по этому. Спускаешься по этому. По булыжнику. Вот сейчас по воде. Ну все, 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 все. Вот сейчас по воде. Хорошо, работа отлично сделана, красиво. Ну что, красиво, я не соглашусь, но ну, понимаете, сами булыжник за один день. Ну, хорошо, хорошо. Как-то не хочется голодать. Ну, и всем. И тоже всем. Надо же, ребят, кушать. Надо. Все хорошо. Работа отлично сделана. Если у нас будет дети, тогда будет здесь. Все нормально. Ой. А что поделать? Работник, где ты? Работник! Чего надо? Собери пшеницу. Чего надо? Не буду. Понятно. Не буду. Вот, ребята, гудлайн. Не, ребят, реально, пожалуйста, заходите на сервер в Дискорде. Надо. Ну, как надо. Круто будет. Можем пообщаться. Ну, конечно. Вы можете мне и... Ему вы можете мне вопросы, и на которые ему мы можем задавать ответить. Вопросы, на ну, которые да, мы можем ответить. Я почти всегда включу, ну только не в 12, только не в 12 ночи. О, с третьего раза. Надо будет продолжать. Я сейчас, ребят, пока что рыбку. Каждый день будет по два ролика. Одну, ну, два или один. Один ролик год. Принеси булыжника. Давай. Принеси булыжника. Окей. Так. Не, ребята, я уже бронюсь, когда уже тебя приносу. Все, ребят, продолжим. Вот так я такую одну, ребят, делаю. Мне так бесит, что она всегда меня перебивает. Все, все. Ну, давайте, ребят, я вам покажу рум-тур. Ну, это ну, наш первый дом. Здесь ничегошеньки. Нет, я уже забыл, что это лук. Ребят, а нет, это где тут лук? Ну, окей. Это книга зачарования. Это, ну, для питомца. Идем потом сюда. Сюда это сундук для зелий. Это, ну, Годайм сундук. Это мой сундучок. А, вот, ребят, лук, который тебя с одного удара убьет. Ну, конечно, не. Там железной броне. Ну, почти с одного удара. Это очень мощный люк. Если будет у меня. Ребят, так давно здесь был. Окей. Она пока что строит. Ребят, давайте мы поедем. Бум. Ребят, я уже вернусь, когда дойду. А, нет, давай, ребят, подождем, окей? Ну, реал, подождем. Подождем. Аль-маль-маль-маль-маль-маль-ке. Все, ребят. Все, ребят, мы будем уже прощаться. С вами был я, Дуки, и не Годлай, потому что она начала меня бить.
Всем удачи и пока-пока.